Во Всемирной организации здравоохранения одобрили еще одну вакцину Covaxin. Разработали в Индии на основе инактивированного вируса. Как указано в официальном твиттер-аккаунте ВОЗ, как и остальные препараты, этот рассчитан на 2 дозы с интервалом в месяц. По данным ВОЗ, вакцина подходит для людей старше 18 лет, и ее эффективность составляет более 90%. Напомню, ранее организация рекомендовала использовать следующие препараты: Pfizer, BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac, CoronaVac.